Всем привет! В разгар пандемии поехали на первый турнир в этом сезоне. В общем, регистрация пройдена. Сейчас пойдем посмотрим зал. Турнир называется Village BGF 2020 Open, первый турнир в этом сезоне. Если вы хотите качественный турнир, пишите мне. В целом все схватки у нас на эдвентажах прошли. Как у черных поясов. Да, как у матерых черных поясов, на эдвентажах прошли все схватки. 50-50. Схватка 5 минут. Регламент. Привыкли бороться в таком формате, наоборот, то есть привыкли мы бороться по много без остановки. Если у тебя всего 5 минут, ты успеваешь либо затянуть гард, либо раскрыть чужой гард и начать какую-то атаку, и все. Вот, если еще кому-то не интересно, если кто-то не отключился. Это мой бар. В общем, по сетке у нас получилось, мы пока в финале, ну то есть не получилось ни одной такой ситуации, чтобы сам с собой выйти в следующую схватку. На удивление у нас все схватки, ну, на тоненького проходят, вот, и мы сейчас будем бороться в финале, то есть, а кто у нас получается третье место, Женя? А завтра у нас турнир по ноуги. Да, то же самое, только по ноуги завтра. Решили как-то разнообразить, что-то интереснее попробовать. Ну, ну да. Азарт он сохраняется каждый раз, там нет такого, что каждый раз такой вариант бороться. Ну, есть такой вариант? Ну, это у него, я как бы с удовольствием кажется. Сложилось так, что, ну, действительно, мы... то есть мы там друг другу не подыгрывали. В каждый круг мы действительно выходили друг с другом бороться. В итоге... Хотя была возможность, что если два раза подряд ты схватку выигрываешь, ты следующий пропускаешь, потому что... И выходишь сам с собой, да. Такой ситуации у нас ни разу сегодня не сложилось. То есть в целом, если человек 4 раза подряд выиграл, он бы стал автоматически, ну, занял первое и второе место. Вот сегодня, да, у нас такой ситуации не было. У нас получилось, что, ну, естественно, 2 третьих у нас, и... Хотя могло быть и у одного 2 третьих, допустим. Вот, у другого 1, 2. В общем, суть в чем? Классно поборолись, немножко разбавили тренировочные процессы, и вместо тупых дрилов, там, каких-нибудь, да любых гамодрилов и тренировок с свободными весами, мы сегодня сняли прикольный видос, вот вы посмотрите.
Ну а завтра мы можем снять 100 способов пройти гард табуретку. Вообще в легкую. Скорее всего, не знаю. Это, кстати, да. Вот, увидимся на YouTube. Вот, если не засыте, приезжайте на Village Jeff Open. Вот, на ноги завтра. Ну, кстати, скорее всего, завтра. А нет, завтра у нас кроссфит. Ну все равно, когда видос выйдет, уже турнир состоится. Ну турнир, да, у нас получится так, что он будет 2 дня подряд. Ну а если не зассал, приезжай. А если не приехал, то зассал. Да, если тебя. Если тебя не было, то значит ты испугался. Ну не бойся. Пиши в личку, скидывай. Деньги. Да, деньги. Вот номер карты в описании. Нормально. Покажи свою медаль. Это какое? Нет, покажи в камеру. Первое место. А еще третье покажи. Еще третье. Вот третье. Нормально. Ну, так. Ну, значит, готовился к этому турниру я вместе со своим братом. Вот, мы специально уехали из города. И... Чтобы, наверное, ничего не отвлекало. Чтобы, ну да, ничего не отвлекало. Всем привет! Я выиграл сегодня второе, третье место. Как повернуть? Вот, что сказать? Ну. Расскажи, каково это быть одновременно и участником, и организатором турнира, и идейным вдохновителем, и тряпкой? Честно говоря, как обычно, я редко появляюсь на турнирах, на которых я не являюсь каким-то звеном в организации. В общем, ну, спасибо всем, кто в меня верил. Пришел поддержать. Кто меня поддерживал, да. Я надеюсь, что это не последний турнир в этом сезоне, так сказать. Ну, сами видите, турнир был открытым. Вот, регистрироваться могли все желающие, но, соответственно, приехало всего... 8 человек. Всего 8 человек. Вот, 8 смельчаков. Там Олег, Женя, Олег, Женя и Тёзки, Женя. Тёзки, да, одни? Ну да. 4 женщины, 8 смельчаков, в общем, участвовал в этой битве. И разыграли этот комплект медалей. Комплект медалей и кубок. Вот как в Mortal Kombat, только в роли Шао Кана этот коронавирус. А как ты думаешь, будут ли еще участники? Ну, я думаю, категория еще открыта, регистрация. Может быть, заскочить какой-нибудь казах. Расскажи про свои схватки. Да ладно, схватки, вот у жены будут схватки. Вот, мои так себе. Если вы хотите качественный турнир, пишите мне. Я приеду и выиграю его. Еще могу и выиграть его, да. А бабки поделю.